spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлен мужской зимний костюм «Армада», выпускаемый компанией Novatex по торговой маркой Grayling. Он состоит из удлиненной куртки и полукомбинезона, весящих вместе менее 3,5 кг. Эта экипировка разработана специально для рыболовов и охотников. Она удобна и функциональна. Комфортный температурный режим, заявленный производителем, составляет до минус 45 градусов Цельсия. Давайте поближе рассмотрим этот костюм. Для производства «Армады» берется современная ткань Tasslon. Благодаря применяемой мембране внешняя влага не попадает вовнутрь экипировки, а при активном движении испарение тела отводится наружу. Материал обладает водостойкостью и паропроницаемостью, равными 10 тысячам. Для большей надежности все швы изнутри проклеены. За сохранение тепла отвечает фирменный утеплитель Thermatex. Он экологически безопасен, не токсичен и не задерживает запахи. В качестве подклада используется фольгированный материал с антибактериальным покрытием и ионами серебра. Козырек капюшона держит форму за счет жесткой вставки. Регулировка по объему происходит эластичной утяжкой с пластиковыми кнопочными фиксаторами. В районе затылка находится регулировка в виде текстильной застежки. К воротнику капюшон крепится с помощью боковых кнопок и длинной молнии с мелкими зубчиками. Куртка закрывается на обыкновенную двухзамковую молнию. Большинство собачьих замков снабжены пуллерами с логотипом марки Grayling. Вверху находится вставка с мягкой тканью, которая защищает кожу лица от жестких элементов молнии. Дополнительной ветрозащитой является двойная широкая планка с липучками и металлическими кнопками. Рукава прямые. Обратите внимание, в районе подмышек предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия под влагозащитными молниями. А с целью максимально ограничить доступ мороза под одежду, предусмотрены дополнительные эластичные манжеты. Для их более плотного прилегания к запястью используйте фиксацию лентой велкро. С внутренней стороны, слева, находится карман под горизонтальной молнией, который может пригодиться для хранения документов, ключей или кошелька. Еще одно очень удобное отделение расположено возле основной молнии. Кстати, оно также изнутри имеет отделку флисом, а поэтому подойдет под мобильный телефон или портативную электронику, например, компактный навигатор. Снаружи находится еще 4 вместительных кармана. 2 верхних под длинными замками. В них поместятся коробки с приманками, необходимые аксессуары и инструменты. И 2 нижних с клапанами на магнитах. Сюда уберутся даже теплые перчатки или варежки. А также есть возможность погреть руки, так как внутренняя часть с одной стороны обшита мягким и приятным материалом. Для обеспечения комфорта и с целью предотвратить попадание холодного воздуха под одежду, в области талии куртка утягивается и регулируется кнопочными фиксаторами. Есть и эластичная ветрозащитная юбка с металлическими кнопками. Кроме этого, спинка сделана удлиненной и дополнительно защищает от поддувания. Нижняя часть расширяется за счет тканевых вставок под влагозащитными замками. На всем костюме имеется множество различных светоотражающих элементов, которые сделают вас более заметным в условиях плохой освещенности. Полукомбинезон застегивается на длинную двухзамковую молнию, скрытую от ветра матерчатой планкой с липучками. Вверху предусмотрены 2 эластичные, регулируемые по длине лямки. Спереди они застегиваются на крупные пластиковые замки Fastex. В районе подмышек и на поясе расположены растяжимые вставки. Есть и шлевки под ремень.
На полукомбинезоне находятся три кармана. Один мы видим вверху слева. Он закрыт планкой и простой молнией. Пригодится под различную мелочевку. И пара отделений с вертикальными замками. Они достаточно вместительные и утепленные. Для всех рыбацких принадлежностей в этом костюме найдется свое место. Колени имеют сложный крой. Это обеспечивает комфорт при передвижении и способствует более удобному приседанию. Более того, здесь вшиты мягкие вставки. С внутренней стороны мы видим дополнительные вентиляционные отверстия. Чтобы надеть брючину поверх обуви, нам необходимо открыть текстильную застежку и высвободить матерчатую вставку, предварительно расстегнув длинную молнию. А для защиты от холода вшита специальная манжета, собранная на резинку. Для хранения костюма «Армада» в комплект входит объемная тканевая сумка. Ее верхняя часть выполнена из сетки, что способствует вентиляции во время хранения. Оснащена горизонтальным замком, а для переноски предусмотрены две ручки и стропы шириной 4 см. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.